Соответственно, там еще у нас еще не хватает марганцовки, серы, там еще чего-то, каких-то химических компонентов, чтобы получить форму. Ну, это химия 7 или 8 класса, если я не помню точно. Вот, немножко разожглось вот. Там, если... Качаешь или что? Ну, не-не-не, качай. Просто угли разжегся, жар побольше стало. И теперь... пахнет. Горел. Да. Так, теперь смотри. Как смотри. Да, it's okay. Да, нормально. Держи крепко. Не размахивай. Вот идем сюда. Уберите. Да, она очень... Как сейчас держишь вот эту вот арматурину, которую ты строил? Держи крепко, сынок. И... Вот приноровись к этому движению, вот так вот. А, и вот так вот бьешь, да? Это сильно. Да, вот звук выходит, потому что металл горячий. И сильный. Вот. И он расплющивается. И он у тебя... Прям ритм сильный. И он расплющивается. Он был такой... Попробуй сам возьми крепко один раз. Вот, нет, так не попадешь. Будут тебе это. Ну, сильнее что? Ну вот, она уже... Остыла, но она горячая. Да, остыла для ковки. Мы ее немножко расплющили. Помнишь, она была круглая? Теперь несем, помнишь, вот это ведро деревянное? Вот, да, там где было. Вот. Ой, оно, конечно, шипит. Зашипело. А, Ничего. Вам, чтобы вы увидели. Ну вот. Сейчас я с другой стороны его тоже остужу. Теперь вот результат твоей работы. Помнишь, какая она была на кончике? Вот, потрогай. Видишь, расплющенные. Это вот сделал ты. Ой, я делал? Да, сломал, Дима, была. Ты сломал. А стала плоская. Может быть, из этого динь-динь? Да, из этого динь-динь. Вот по ней ты бил, вот она, вот смотри, она шла вот такая, а потом бац, вот такая плоская стала. Стучал по ней, да. Потому что сначала ты ее разогрел, и потом постучал, и разогрета она так делается. А если не разогрета, ее так и не сделаешь. Как правильная такая. Так, сынку. Спасибо, что показали.